Всем привет, с вами Шерд и Винди. Всем бобра, дорогие друзья. И мы продолжаем играть в безумный Майнкрафт. На этот раз без Владуса. Но зато с собой. Господи, слушай, у меня тут с сундуком какая-то фигня. О, теперь не, так, теперь не фигня, не знаю, что было. Тут куча всего иди лежит. Сюда. Иди сюда, подойди, ёпт. Это смотри, Владус, тут... это Владус выложил свои вещи. Да, чего? А, понятно. Тут какие-то эти, короче, spell parchment. Spell. Ars Magic. Не такое? Знаю, ты Ars Magic ушаришь? Нет. Нет? Ну тогда заберем, лишнего не будет. Хорошо. Так. Сейчас я тут разберусь. Разобрался, молодец. Так, что у нас тут есть? У тебя мне бы ботиночки не помешали. Тебе ботиночки. Ну вот, на ботиночки. А у тебя есть? О, спасибо. Да, я не знаю, у меня что только нет, на самом деле. Лол, у меня 17 алмазов есть. Да, конечно. Ну, мы тут их спаем, мы их фармилишь просто. Ну да, слушай, кстати, можно приходить сюда и фармить алмазы тоннами и пачками. Да. Тут еще ж отдельно есть дополнительные такие же башенки, на них тоже можно отлично походить. Да, так, слушай, если хочешь покушать, тут много тортиков. Знаешь, что я думаю? Что одному играть тут сильно сложнее, чем пачкой. Само собой, ну, лично мое имхо одному скучнее, но это уже тебе. Кстати, Шет. Что такое? Иди сюда, хочешь посмотреть на величайшее столпотворение? Ща, погоди, я соберу себе арбузики, чтобы дом потом посадить. Давай, что такое? Иди сюда. Блин, палево. А где ты-то, подожди. Тут у меня тритон берсерк застрял среди дверей. А где ты? Тритон берсерк, там сейчас к нам что-нибудь 20 придет. А, отлично. Смотри, я тебе пока покажу до застрявшего. Смотри. Давай. Он застрял и не может выйти. О. А, вот это вот он меня завалил. Ну-ка, говна кусок, умри. Ты мне все испортил, жук. О, сколько. Во, все. Блин, слушай, мы еще не весь этаж залутали, види. Не весь этаж? Ну, во-первых, этаж не весь, а во-вторых... Тут же еще пещера. Да, пещера-то фиг-то с ней. Тут мы этаж-то еще не весь. В смысле, да фиг-то с ней? Да тут пока, тут еще пока криперы остались, сундуки остались. Фаерстаф! Вампирик став, музыка, о да, детка. Какая, где? О да. Где ты это нашел? О да. Пауза. Так, у меня есть огненный меч. Слушай, тут еще в другую сторону мы не прошли. В смысле? Иди туда, где мы сейчас спустились на этот этаж. Помнишь, сейчас. Там где вода, все раздолблено, там все взрывалось еще. А, да, я вижу тебя, ну. Ой, я тут какую-то капельку подобрал. Да, капелька? Она вокруг тебя летает. Да, сейчас. А, да, у тебя же магнетический меч. Сейчас, я надо ее оставить. Блин, вот это уберем, Капелька это грин чули. Блин, слушай, побудь здесь пока, ладно? Ну ладно. А, черт, мы же сервак перезапустили. Да. А что, я не понял? Наш мой дом, он где-то там вдалеке. Ладно. Так ты умрешь и вернешься туда. Думаешь? Ну да, убей. Иди умри. Нет, не убивай. Подожди. А, смотри, я просто вот здесь, в этом сундуке, в этот сундук все скину, а потом просто, когда будем выходить, заберу. А ты запомнишь? Запиши хоть координат тогда, что ли. А, ну, я сейчас поставлю какую-нибудь меточку. Вау! Извините, что беспокоил. Все, вот. А, я хочу огненный посох опробовать и вампирский посох. Огненный посох и вампирский. Лады, пойдем. Вон, смотри, там зомбяшка, сейчас попробуем. А, нет, пока рановато. Не проверишь. Зомбяшка, он... А, не забагованный? Нами. Ну ладно, не да. С ним, так не с нами. Так, слева, вот там слева есть. Можно подняться, смотри, а вон там, вот посмотри в ту сторону, мы туда не ходили, Винди. Мы вон туда не ходили еще. Да там не так... Стоп, если ты о том, туда не так уж много места, по-моему, там. Вон туда? А, не, ошибаюсь. Здоров, ну, братья, у меня крипер. О, здоров, крипер. Ну пошли, значит, разбираться. Но тритоны, по-моему, отсюда все... Еще криперы. Но тритонов мы отсюда всех вытащили. Нет, вот тритоны. Тритоны, нет, мы далеко не всех вытащили. Я тут видел огромную шару. Ой, тут мини-крипер. Ой, еще тритоны. Все, поджигалка. Ё-моё. Ой, сердечко выпало. И тритон умирает. Перверные, перверкные криперы. Лол. Много тритонов. Слушай. Флаг. Держи оборону. Спиной к спине, ёпты. Ой-ой, там опасный парень. Ой, милота какая. Слушай, ты умер? Да. Ну давай телепортируйся ко мне, раз такая пошла батва. Там один прокачанный, один качок есть. Да? Остерегайся его, да. По-моему, он замедляет. Но инфа не точная. Так, мне нужна, короче, еда. Слушай, Винди, посохи... Там сзади были куча этих. Посохи, они бесконечные, насколько я понимаю. Нет.
Они пока не сломаются, они ломаются от этого. Ну, у меня, по крайней мере, пока еще даже шкала не началась. Ну, все впереди. А, то есть реально ломаются? Да. А-а-а. Они у меня довольно долго держались, но они ломаются. То есть, погоди, они все, они и еду тратят, и ломаются. Они еду тратят? Да, это они тратят еду, но не ломаются, вот что я заметил сейчас. Так, погоди. Дай-ка, вот смотри, вот, вот смотри, видишь, там тритоны? Бум. О, вода! На нас вода нападает. Я, короче, сейчас буду хилиться от тритона. Давай. Слушай, это круто! Хилиться-то. Ну, смотри, вот видишь, сердечки видел, летели? Ну. Ну вот, сердечко, оно хилит. Вот смотри, видишь? Ты что, твой посох? Обалдеть, какая большая бандура. А, да, да, кстати, он выглядит такой здоровый. А, ну вот, он не тратится сам по себе, но он тратит голод. Что, ага, в принципе, няшно. То есть, в принципе, если у тебя дофига еды, ты можешь спокойно не бедствовать и магии. Да тут много, хилячить. Тут много тортиков, я видел. Если всех их не схарчили. Да, да, нормально. Сейчас, так, тритона, тритоша, тритоша, братиша. Прикинь, чувак, вон это только нашел. Одна из четырех башен. Да я говорю, тут, знаешь, тут можно на 10 серий в это закопаться. Да, 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 да. О, тут, короче, я что-то нашел полезное, не знаю. Что там? Да не знаю, какую-то фигню нашел. Пойду положу, короче, к остальному. А, я думаю, возле выхода буду все складировать, а потом, когда будем выходить из данжена, ну, я постараюсь не забыть. Ну и в крайнем случае это все не пропадет. И будет централизовано. Ты, хорошо. А еще он там сверху, я бы завалил эту штуку. А то воды тут налилось. О, еще один вижу. Так, готово. Во, кстати, вот это хорошая идея. Че такое? А, значит, мы сюда все складываем, да? Да, нет, вот я все складирую. Вот серьезные вещи. То есть, всякую горяшку, типа камней, да можно выкидывать спокойно. А метеорчип. Да, пусть клади. Soulfire. О, Protection. Projective Protection или Protection. О, Respiration какой-то. Enchanted Book. Respiration, это, скорее всего, жить на фортуну. Боже мой, а! Ты тритон, ты плохой, ты что ты меня бьешь? Я тебе что-то плохое сделал, а? Иди отсюда, отступай! Уперся, блин. Где ты? Зельку пытался выпить, какашонок. Где ты? Да здесь я вот. Я хочу тебя бить. Ёбаная. Вернись обратно, ты куда ушел? Ты не в ту сторону пошел. Я под воду ушел. Слушай, а может быть, пойдем в пещеру? Я хочу по пещере погулять. Давай еще вот это посмотрим до конца. Я тут вижу очень много всего. Да мы же, по-моему, все это попроходили уже. Нет. Тут еда. Тут тритоны. Вот здесь мы не были. Это сюрикен какой-то ходячий, непонятный. О, стоун, айрон, бутс. Отлично. Ну, тут наковальня еще одна. Что, если я тебе скажу, что ты сдохнешь, тварь? Вот здесь. О, глянь, сколько их тут. Глянь, сколько их тут. Вау. Да, я вижу. Айси эндермен. Сахуанин какой-то. А айси чучу. Айси чучу. А тут еще есть айси эндермен. А я чучу убил. Ну, ты и ушлёп. Реально чучу. Был чувак, который называется чучу. Я знаю, маленькая, милая такая-то. А, ты знаешь, что хрень? Ой, тут эндермен. Ледяной эндермен. Так я тебе об этом говорил. Да, да, прикольно, я увидел. Няшка. Ай, что ты меня бьёшь-то? А, это не ты. Вот это сахуаный. Слушай, а я тех сейчас подожгу. Эй, братишки. Сахуаный. Огонька хотите? Братишки, а, вы там в тепле сидите. Ах вы какие. Зомби. Ой, кто мне так... Ой, я сам горю. Нет. Ой, ты под водой... Фига себе нахилиться. Зачем ты здесь оказался? Винди, сейчас я умру. Я тоже вместе с тобой. Норм, жив. Так, слушай, эта чучушка, которая живет в воде, она в воде хилится, и ее невозможно убить в воде. Да? Какая чучушка, я не понял. Ну там сидела. Бульбочка? Да, там сидела лучница. Стоп, тут зомби по имени Санта был. Молодец. Так, тортики. О, тортики. Ништяк. О. Ой, слушай, они в дверях застревают, они тупые, по-моему. Эй, тритош. Это зомби, чего ты хотел от зомби? Это тритон. Ах ты, ты зельку пил, да ты какой какашонок. То ты пошел отсюда, иди куда шел, понял? Сиди тут в углу, тритоша. Зельку не пей. Ля, балдел вообще. Его колупают, он решил забухать. Ага, зельку не пей. Че, мы наверх? Ну, ты хотел туда пещер. Не ходи, сюда ходи, зельку не пей, голова попадет. Ты хотел пойти в пещерку, будет. Пойдем в пещеру сходим. А чу пещеру? Хочешь? Ну пойдем. Хочу спать, нет, не хочу спать. Ты засылился здесь? Нет, там спать нельзя. А, ну хорошо. Сейчас так. Ночь. Точнее, не ночь. Сейчас. Ну чего, пойдем в пещеру тогда. Интересно, а как главный герой узнает, что сейчас ночь или день? Какой главный герой? Ну, главный герой, тот, кем я играю. Тип этот. О, маленький скелетик, бэйби-скелетон. Как он это узнает? Здравствуй. Не знаю. Ой. Откуда он упал? Откуда ты упал? Расскажи. Вон, сверху. Понял. О, там пауки еще. Там дырень. Нет.
Откуда они узнают, где день и ночь? Тут часы развешаны по всем стенам. По-твоему, это что-то говорит? А? Лянь, я могу крутить часы. Ты меняешь время. Так, где моя обещанная пещера, Шэд? Да погоди ты с своей пещерой. Сейчас, тут зомби. Кто тебя шпигует? Кто вон тут? О! Ой, прости. Агуаны! Я не хотел, это я тебя поджег. Ах ты ушлепок. О, я тут еды позабираю. А то, слушай, я же умирать не хочу. А, пойдем, все, пойдем. В пещеру. Она, по-моему, маленькая, не? Да, это не пещера, нифига, это обманка. Вот, 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 тут дальше. Метеоритный меч, вампирик став, каретус, щилд. Как ты мог это не взять вообще? Да тут я нашел подводную метеоритный штуку. Чип. Я нашел подводную миникарт. И тут стенсил, пайл какой-то. И может, будешь лава говорить на понятном мне языке. Тут лава под водой, Винди, тут слова. Лава под водой, я в пещере. Что? Я в большой пещере, надо мной вода стоит. Просто стоит. Что? Ну. Ладно, я должен это увидеть. Дра! Обалдеть! Убивай его, Винди. Лучше убивай. Ты меня предупредил бы, я чуть... Да я его, он только что заспавнился. Я к тебе топехнулся и чуть в лаву не укатился. Это было жестоко. Да, нормально. Ой. Это словно голодному человеку говорить: ха-ха, у меня есть хлеб, и не давать. Иди ко мне. Так. Как... Зомби, здравствуйте. Как ваше ничего? Ничего? Ну, я так и думал. Лава. Так, тут что-то железо, лава. Фигня какая-то. А что у нас? Эссенция. Ладно. Алюминий. Так, сударь, как насчет того, чтобы... Вау, вау, вау! Вот он вышел! Вот этот голем залез на голову зомби! Жопа голема сидит на голове зомби! Блин, этот чувак тут нас славой заливает. Ааа, обалдеть. Фак, и что делать? Жить. Я не хочу тут сухари сушить. Оу, подожди. А, давай вот так заставим ее. Что-то я не думаю, что это круто. Давай вылезать. Ай, мау! Все, пока. О, руда. Предлагаю, короче, вот так прокопаться от него. Ты не видел того, что видел я, чувак? Там голем сидел на зомби? Да. Бывает. Это, слушай, я такой детям нельзя показывать. Люди, если вы хотите увидеть то, что нельзя смотреть детям, заходите на канал Винди. Ай, осторожно. Ай. Это ой, куст, я стафом сломал. Куст колючий. Стоп! Зомби, походу, головой просверлил задницу этому голему, и голем умер. Фу, Винди, ты какую что-то... Кто не хочет что видеть? Что ты несешь? Ну, точнее, кто хочет увидеть то, что нельзя видеть? Да. Я хочу это... Витис, а потом они будут хотеть это развидеть. А тут еще крипер бомбанул. Винди, иди ко мне, тут прикольно. Ай. Все, ну, я короче, рядом. Ты все, ты вот здесь. Тут, короче, пещера. Вау! Без... Ой, данжен, стреляющийся стрелами был. Отлично. А тут должен был бы сундук. Ну ладно, нет, это, так нет. Это пещера напоминает мне какой-то магазин, где тебя все хотят взорвать. Какого черта? Где все хотят накормить уроном. Ураном? Ураном, да. Уран, да, суть одна и та же. Скушай урана, сынок. Эй, это что, все? О, это что, соль? Соль, я нашел соль. Винди, у меня соль есть. Еее, мы можем посолить хлебушек. Да. Кто меня взрывает? Это я был. Это я был. Я молнией по тебе ударил под землей. Витентиум Ор. Слушай, может быть, как в каких-нибудь сериях начинать просто отыгрывать какие-нибудь роли? То есть, допустим, я сейчас роль лучника. Я такой дайгерщик, лучник. То есть такой, знаешь, лайтовый чувак. О, я нашел сломанную реликвию оф какого-то хрена. Я хочу ее взять. Да, верни обратно. Меньше слов. Авокадо буррито. Верни ее обратно, Винди. No shield. Да верни, блин, я хочу одну штуку сделать. Я отыгрываю роль человека, который носит реликвию сломанную какого-то там... Тогда нажми на нее правую кнопку мыши. Возьми ее руки, нажми на правую кнопку мыши. Хорошо. Давай, посмотрим. Нифига. А что это сделало? Что-то взорвалось. Там было написано, не нажимайте правую кнопку мыши. Там что-то падает, по-моему. Да. Сверху. А где ты вообще находишься? Тук-тук! А-а-а-а! Да меня на пол упал метеор! А ну стой, иди ко мне. А, я не вижу выхода из этой пещеры. Это Мьёнир! Это Тора! Не нажимай на правую кнопку, говорят! Это... А, да-да, он нам сверху что-то начинает бахать. Фига! Ну, ах ты какой хитропопый! Подобрал меч Тора! Конечно! Меч! По-твоему, вот это вот похоже на меч? Ну ладно, молот. Ты отыгрываешь роль слепого, что ли? О, вниз. Тут можно вниз. Ай!
Мы оттуда пришли. Эх, мы сами прокопали этот проход. Не. Да все. Не. Тихо. О, успокойся. Ого. Слушай, ты больно кусаешься. А ты думал. Нефиг меня трогать. А, так. Мы сами прокопали этот проход. Вот здесь, вот тут. Слышь, смотри, Винди. Oh. Вот видишь, тут вода сверху. Вода сверху, просто слой стоит. Ай-яй-яй-яй, лава, ты чё? Полегче. Вокруг меня крутятся всякие бульбашки. Ну потому что у тебя меч волшебный, мономагнетизм. Мне нравится. Тебе нравится, это твоя аура. Я чего вообще сюда пришел-то изначально? Я настолько притягательный, что даже блоки не могут удержаться перед моей притягательностью. Слушай, я хочу такой потолок у себя дома, водяной. Как насчет нет? Пойдем наверх. А я наверх, кстати, я все, я выбираюсь. Всплываешь? I'm out here! Ой, на меня напал тритоны. Меня тащат под воду. Что значит тащат под воду? Ну тут есть моб, который умеет таскивать тебя под воду. Лол. Вассартон. Ну. А, да, вижу. Может его поджечь? Под водой? Петушка такого. Не, я просто сейчас вылезу, я вылез на поверхность. Я вылез. Мы в разные башни вылезли. О, скелетон. Винди, ты вылез в башню, которая еще не исследована. Да? Да. Так отлично. Тут скелетон в тыковке. Слушайте, по тыковке еще надают тыквенный скелетон. Ай. Не! Блин, мы забыли там забрать вещи, ну ладно. Кусок папайи. О, пиратский корабль. Ай. Мы ж там были. Да ты какой меткий лучник-то. Слушай, я сейчас скелетона молнию убью. Давай. Да не могу. По фану. О, он в воде. Ё-моё, зачем я тпхнулся к нему? О, я тпхнулся! Не туда. Ой. Я тпхнулся в дом. Винди тпхнулся к тритону. А я сейчас, слушай, мы с тритоном будем перестреливаться. Он по мне из лука, я по нему из волшебного этого штуки. Я помогу! На тебе, бичара. Ну, короче, трам-пам-пам-пам-пам. Трам-пам... Ах, ты... Ты что? Ты молодец, короче. Сяп. Ну ладно, ребят, в этой серии я еще не умирал. Ой, блин, забыл, у тебя же такая штука есть. Ну что поделать? Не, все равно, я же обещал, в конце каждой серии будет такая штукенция. То есть, это, скажем так, будет стимул делать нам серии хардкорнее, чтобы я не выполнял желание просто так, без смертей. Нужно умирать обязательно. Эй, ты, крипер! Ох, нифига! Слушай, где... Это ты лаки-блок открыл, что ли? Нет, тут крипер бомбанул какой-то непонятной штукой. То ли бомбанул, то ли не бомбанул, не знаю, нет, не доме. Давай ко мне, мне скучно! Давай ты ко мне, мне дом? Весело. В дом? А, ты в доме? Нет, я не в доме, я здесь. Ну, здравствуй. А, где? Я тебя не вижу. А, вот, все, нормально. Так. Есть кота. А, блин, слушай, мне нужен реально бездонный инвентарь. Ребятки, есть какой-нибудь мод на бездонный инвентарь, а? Что это такое? Что это у тебя за... А, ну вот, это вампирик. Эй. А, понял. Так, вот это вот мы не... Кружим. Замес! Прости, я тебя тоже поджег, я просто тут... Всех тут было слишком много, их я решил все поджечь. Да-да-да-да-да-да-да-да! Пить тебе нельзя, тритоний! О, слушай, давай включим свет. Тритоний то. О, смотри, тут броня. Мне нужны нормальные одежды. О, Feather Fallen. Нет, подожди, а что у меня тут? У меня Projective Protection. Да, Feather Fallen, по-моему, будет получше. Пам-пам-пам-пам. Ну что, спускаемся еще глубже. Пойдем. Ну, пойдем. Чпань, теребонь. Сват, ад, сват. Братише. А мы по-моему, я тут уже все повзрывал каким-то раком. Слушай, а мы тут... Ты повзрывал или кто-то другой повзрывал? I don't know! Не, мы тут были. Мы в этом это были? Это все наше, вот то, что мы сломали. Вот это мы проверили, эту башенку. Но тут тритоны есть и лучницы есть, ну ладно. Ну это, видимо, немножечко другое. Оба, хорошо. Я прошел сквозь пойдем, тех. Пойдем в другую башню. Пойдем в другую башню. Раз уж так пошло, сейчас тут... Сейчас немножко там повеселимся и на этом благополучно закруглимся. Так. Как мне прыгнуть? А? Ай, сейчас... Вон, там стекло проломно, по-моему, можно пролезть. Блин, я что, настолько жирный, что меня даже посох подкинуть не может? И жиробасина. Умри! Скелет. А, стоп, я же могу просто пройти. Пум, я сказал. Да всё. Пум же! Но. Жирный. О. Так, я, короче, сейчас просто через потолок. Да! Я вламываюсь, здрасте. Эй, Винди, по-моему, мы здесь были. Погоди, я не понял. Мы в этой были, а в той мы не были. А там почему тогда все сломано? Хрен знает, может быть это эти чуваки, им не понравилось.
Как так, ладно, живут? Я где-то. В общем, я в том доме. Короче, я к тебе. Я с тобой, все. В каком том? Ладно, тогда спускаемся. Сломано. Сломано. Так. Вот тут яблоко золотое лежит. Я бы его не оставил просто так. Вот он, эндер. Этот эндер тип. Ой-ой-ой, какой он сильный! Боже, зачем я это сделал? Зачем ты на него напал? Не знаю, он мне не понравился. Почему ты такой агрессивный? Ты неужели дома тоже на всех нападаешь? Да, он мне не понравился. Эй, отстань, бичара. Ах ты, какой какашка. Мира Шендермен. Ой, всё, а что ты здесь делаешь? Ну, я гуляю. Почему тут темно? Ну, я гуляю. Я же только что Эндермена бил, а ты там откуда взялся? Я гулял. О, Даймонд. Да нифига ты не гулял, кого-то обманываешь, знаем. О, ладно. Музыка. Хочешь музыку? Диско. О, я нашел классную вещь, Винди. Я нашел офигенную вещицу. Хочешь, где? Покажу? Хочешь, скажу? О, сейчас, подожди, это надо подобрать. Будем, короче, не, оставь это, будем выращивать алюминий. А, короче... Чё? Чё? Spell parchment. Смотри, что у меня есть, Винди. А, мне пофигу. Кто меня утащил? Я не понял. Это что за намеки? О, господи, боже мой. Уйди со своей большой штукой от меня. Да, моя штука очень большая. Да слышь ты, полегче. Так, что тут у нас? Здрасте. О, Iron Dagger. Ну, нормально. Iron Dagger, у меня был где-то алмазный. Там, только в сундуке остался. А говорю, мечей нет. Обманщик. Нет, это Dagger. О, Кьювлер. Чё? Кьювлер. Сейчас веселье нам устрою. Айрон. Тут ты, блин. Вот был бес, а. А ты чё ж выжил, что ли? Да. Я вообще пох. Тут ты, блин. Я человек железа. Я человек кремень. А я нашел. Слушай, я нашел девушку с хвостом, русалку. Дамочка, вы, по-моему, слишком злая. Вам нужно успокоиться. Охладить там. Здрасте! Я пришел с миром! Давай, миротворец, твори добро. Да что ж тут война-то такая? Это не война, это метеориты. Твори добро мечом в лицо. Ух ты! Альдер. Вот они, вот они! Вич спайдеры! Я их подожгу! Это спешл моб, это особенный моб, убить! Это Альдерсен добрейший! Я кого-то там поджег, я не знаю кого. Я с крипероидом воюю. Криперня, давай сюда. Паук! А! Полегче. Меня-то за что? Я не хотел. На, заходи, короче, веселись. Да обрабатываем, вы никто по сравнению с мечом великолепным. Я убил. Я бабу бью. Ой, я нашел Торнс. Слушай, я нашел шмотку с зачарованием Торнс. Ништяк, я ее тоже нашел. Я фиг знаю, что это такое. Ничто для меня. Так, проджектив, протектив. О, зомби, здравствуй. Ой, я понял, Торнс это шипы. Зомби об меня бьется и очень больно получает по голове. Я знаток английского, чувак. Да, я знаю. А, только слушай, это будет плохо, потому что броня, по-моему, тратится. Кто слушай, Винди, по-моему, эти башни 4 соединены на нижнем этаже. Мы тут были, по-любому были. Да нет, я тебе говорю. Я отвечаю, просто... Да эти базарю не были. Да, были. Да были мы только внизу же, наверх мы не поднимались. Ну вот я внизу, и мы тут как-то очень все выглядит очень знакомо. Я даже нашел, кажется, наш сейчас да, я нашел. Может, у них архитектор одинаковый, может, у них. Я нашел сундук с нашими вещами. Я нашел блоки, которые собственноручно поставил. Короче. Вот кто-то второй, в то же время, как и мы, ходили здесь, собирали все предметы, нашли все то же самое, сложили все это в тот же самый сундук. Ты сам-то в это веришь? Не, возможно. Ладно, ребят. Короче, мы пришли в начало. Винди. Крипер! Ты не против, если я тебя телепортирую? Крипер. Ну да. Короче, ладно, ребят, на этом давайте заканчивать. Если вам понравилось видео, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал. Да, расскажите о видео друзьям, это поможет развитию наших каналов. С вами был Шет Винди. Короче, друзья, реально, ставьте пальцы, рассказывайте друзьям. Ставьте пальцы, рассказывайте друзьям. Это я вас так гипнотизирую. Давайте. Ладно, всем пока. О, что это там было? Что? Я пробил до самой земли, до самого низа. Я весь Мьёлнир потратил, чтобы пробить до земли. Ладно, ребят, всем спасибо, всем пока. Всем пока.